приехали в Леруа Мерлен посмотреть на это яблони. Я буду молчать, просто буду показывать. Но иногда что-нибудь скажу. Так, мне нужно Антоновка. Дерево, сад везде. Это я на такое не пойду. Орловская. Муж пошел в само здание, а я сразу вылезла сюда. Потом он подойдет. Так, дальше чего? Так, здесь вот тоже какой-то белый налив. Августовская роса, это груша. Так, теперь покажу вам вот здесь вот. Там он вон всего сколько. Хвойники, перец. Помидоры. Капуста, сапфир. Герат он такой чудной. Как секатором хорошо. А, ну да, это агерат. Вон он синеньким зацвел. Ага. Так. Груши. Опять дерево сад. Так, это груши. Груша нас не интересует. Так, а вот яблони. Колоновидные. Так, красные ранние, пока еще не перепутаны, не перемешаны, стоят кучками. Так, яблоня Синап Орловский. У нас такой есть, он погибает уже, Синап Орловский. Мельба, Спартан. Спартан хорошие, но мы решили купить Антоновку. Неженка. Кандиль Орловский. Тут опять налив белый. Здоровые яблони. Опять белый налив. Видно, и что-то я не найду Антоновку-то. Так. Осенняя Яковлева. Так, теперь на этой стороне у нас вон там тоже яблоня какая-то. О, Антоновка. Пока муж придет, ее тут купят. Большая уже Антоновка. Так, а вот эти-то ясно уже не Антоновки и не яблони, наверное. Чудо-вишня.
Так, чудо-вишня. Что-то одна только Антоновка-то. Может, еще есть где? Так, я пока выключусь. Сам шит. Стояла, ждала мужа, пока он подошел. Оплатили Антоновку свою. Приехали домой. Вот муж ее посадил. Посадили мы ее рядом вот с этой Антоновкой, потому что ее мы будем убирать. Она годика два еще посидит, а то и год. И потом мы старую уберем, а вот эту оставим. А той она тоже вдали сидит, стоит. Эту колышки под тыкву мне муж пометил уже, где тыкву можно сажать. Так что привезли мы ее еле-еле во всю машину, во всю длину лежала Антоновка наша. Вот. Так, надо, наверное, вот эти тоже выставить. Яргины. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Опа. А то там им жарко.